Наш концерт продолжает Вячеслав Синегубов. Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие друзья. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех, кто причастен к ДК и саму ДК. Не пугайтесь, я не буду много говорить, все очень кратко. Скажу только, 6 лет я пришел сюда учиться, и до 23 лет я пробыл здесь, а потом, когда я плавно перекочевал в Росконцерт, первым моим коллективом был не «Пламя», а ансамбль «Верные друзья». И поэтому я сейчас хочу спеть одну из самых известных песен этого ансамбля, но не один, а с моей давней партнершей, которая здесь уже была на сцене, Ксения Войкова. Песня, которую мы с ней споем, «Верные друзья» записали к художественному фильму «Большое космическое путешествие». Но так часто бывает, что песня пережила сам фильм, в том числе и благодаря Наташе Королевой, которую лет 20 назад своим бойфрендом перепела. А мы ее споем в первоначальном виде, в таком, каком она звучала в фильме, в каком она сейчас иногда звучит на ретро-ФМ, и в таком, в котором мы с Ксюшей ее на концерты поем последние 17 лет. Песня называется «Ты мне веришь или нет?». Ксения Войкова. Вячеслав Синегубов.